Олимпийская медаль – высшая и самая дорогая награда для любого спортсмена. О ней мечтают все, кто вступает на тропу профессионального спорта. Но лишь единицам она дается в руки. Олимпийское золото – это оценка многолетнего труда атлета, его малых и больших побед, горечи поражений и силы воли. Это показатель мастерства, физической подготовки и духовных качеств человека. Воздавая должное победителю, мы порой забываем, что за этими достижениями стоит умелая и твердая рука наставника, учителя, друга и помощника, спортивного тренера. Восторженный болельщик и зритель не всегда знает их имена. А ведь без их кропотливой работы, без их опыта и знаний не может состояться ни один спортсмен. Тагира Хайбулаева к олимпийскому золоту Лондона 2012 года привел его тренер Николай Федорович Петров, мастер спорта СССР по самбо, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер Советского Союза, заслуженный работник физической культуры РСФСР, тренер-преподаватель высшей категории, старший тренер отделения дзюдо «Дюшор-14» Самара. Николай Федорович награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Орденом Дружбы. Он стоял у истоков основания борьбы самбо, а затем и дзюдо в Самарской области. Среди его воспитанников Давид Рудман и Алексей Шор, победители первого чемпионата мира по самбо. Юрий Круглов, триумфатор чемпионатов РСФСР, СССР и мира. Дмитрий Шишкин, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион СССР по самбо. Хабиль Бекташев, чемпион СССР и Европы. Тагир Хайбулаев, олимпийский чемпион по дзюдо. Наш фильм об этом легендарном наставнике, который за 54 года тренерской работы воспитал сотни настоящих борцов и до сих пор, несмотря на возраст, находится в строю, продолжая растить новых чемпионов. Самый титулованный тренер самарского самбо и дзюдо Николай Петров пришел в спорт случайно. Он родился 4 августа 1938 года в простой семье. До полутора лет жил с родителями в деревне. Папа был шофером, мама работала в колхозе. Затем семья переехала в Куйбышев, где Николай пошел в первый класс. У нас в роду никто не занимался никогда спортом. Я человек там как бы случайный. У меня товарищ был, Эдик Кунц, он занимался штангой в «Динамо». Ну, ему, наверное, показалось, скучно дому есть. Он говорит, давай, и ты пойдем со мной. Я говорю, да какой сегодня штангист? Ну, а там есть секция борьбы. Я говорю, ну, пошли. И вот я пришел там, я месяцев, наверное, 5 или 6 ходил тренера сегодня, никак не мог поймать Николай Васильевич Макаров, который основатель борьбы самого Самарской области, в Куйбышевской тогда. Первый тренер Петрова Николай Макаров прошел школу самого Харлампиева, основателя самбо в России. Макаров преподавал физподготовку и борьбу милиционерам, а с мальчишками занимался в свободное время на общественных началах. Поэтому на тренировках он часто отсутствовал. Затем появились и другие наставники, каждый из которых повлиял на формирование бойцовского характера, силы воли и мастерства юного борца. И даже когда последний тренер ушел в другой клуб, Николай продолжал тренироваться самостоятельно, не пропуская ни одного дня. Это заметили в руководстве «Динамо» и предложили настойчивому парню ставку на стадионе. Кем только он там не трудился – и рабочим, и поливальщиком, и инструктором. Но желание заниматься спортом было сильнее всех обстоятельств. Поставили меня, значит, часовиком, после поставили инструктором, после поставили рабочим, после поливальщиком. И так я числился до 64 года, когда я закончил центральную школу тренеров в Малаховке с 61 по 64 год. И получил, значит, звание тренера по борьбе, диплом. И вот тогда, с 1 апреля 1967 года, меня поставили, тогда стал тренером. С этого момента у Николая Петрова началась карьера тренера. Сначала по самбо, а потом и по дзюдо. Как специалист он кое-что перенял от своих наставников. От Валентина Дубровича досталась система проведения разминки. От Ивана Песоцкого – строгая дисциплина и ответственность. Он не пропускал ни одного занятия. Юрий Чкаидзе научил самостоятельности и доверию, поручая иногда молодому спортсмену самому проводить тренировки. И если бы не все эти люди, отдавшие частичку себя, своего мастерства, то, может быть, и не было сегодня заслуженного тренера Самарской области по самбо и дзюдо. Николай Петров всю жизнь трудится на стадионе «Динамо». В 1964 году он набрал свою первую группу ребят. Один цикл, вторник, четверг, суббота, с другой. С 8 с 10 утра
с полтретьего, с четырех, с шести, с восьми. И в том числе вот такой цикл. А в воскресенье я их собирал на день борьбы. Значит, с 10, там, с 12, в общем, короче, все время торчал в зале. Вот так и стал я как бы тренером. Сначала я с ним познакомился как спортсмен, я пришел к нему заниматься. Вот я тренировался у него. А потом, когда выбрал тренерский путь, вот, мы в одном обществе стали работать. Вот. Но вначале я работал с младшим возрастом, вот, а потом, когда ребята подросли, и я ему перспективных ребят передал, потому что я сам начал заниматься женским дзюдо, а ведущий спортсмен передал Петрову. Вот. А потом прошел определенный период, и значит, я начал опять заниматься ребятами. И потом мы уже стали работать в одном зале, и сейчас, в принципе, у нас примерно один план, мы согласовываем, все, вот, работаем совместно. Я начала заниматься в 13 лет, это тогда еще в Дзержинке, и Николай Федорович, я помню, с маленького возраста мне всегда нравилось, как он вел тренировки, было очень много мужчин, которые стояли в строю, нам это было интересно, мы все время заглядывали к ним в зал, нравилась его методика тренировки. Всегда был и есть доброжелательный человек, к которому можно подойти с любым вопросом, спросить его, он всегда подскажет, всегда поможет в каких-то вопросах, которые нам интересны. Спортивная карьера мастера спорта Николая Петрова прервалась из-за внезапно открывшейся раны после операции. Николай, не дав затянуться как следует швам, поехал в Харьков на соревнования на призы газеты «Правда». Там на ковре после удачно проведенного приема, когда соперник уже был повержен, у него внезапно разошлись швы. После этого он снова попал в больницу и потом вернулся в спорт уже тренером. Видно, так было угодно судьбе, чтобы самые смелые мечты Петрова спортсмена воплотились в его учениках. Его умение донести до воспитанников нужные знания и навыки, твердый характер и ответственность сделали его одним из самых титулованных тренеров Самарской области по самбо и дзюдо. А первого большого результата он со своим учеником добился уже через год после начала своей тренерской работы. Это в 65-м году мы в Перми выиграли первый раз с Давидом Родовым чемпионат Советского Союза. Мы очень серьезно готовились к этим соревнованиям, изучали спортсменов хорошо, с кем бороться. Правая стойка, левая, какая рабочая рука, какая нога, и что он делает. Все, и вот он, короче, он в финале выиграл Анатоленко из Питера, так, значит, тогда. И, значит, дали тому это, одно предупреждение, второе предупреждение. Давид хорошо болевые делал, и, короче, осталось там несколько времени, осталось, да, и он, Анатоленко, встал и не стал подходить к нему, потому что боялся, что отломит или руку, или ногу, или получит предупреждение. Воспитанники Николая Петрова становились самбо-чемпионами мира и Европы, но он, как настоящий борец, всегда стремился к большему. У него была мечта воспитать олимпийского чемпиона. Поэтому Николай Федорович решил заняться дзюдо, которое входило в программу Олимпийских игр. Этот вид спорта очень похож на самбо, и многие нынешние дзюдоисты пришли из него. Дзюдо – это халат, отдел, вот, он свободный. А самбо – это гимнастерка солдатская, затянутая, куртка, все, понимаете, и короткий, и захват там совершенно другой. А хотя приемы те же самые, подножки, зацепы, бедро и через голову, все те же приемы. Но выполнение, значит, здесь своя специфика. Еще, значит, в дзюдо нет болевых на ноги. Тогда ущемляли ахиллес, сохожили, рычаг колена. Сейчас, правда, это, в дзюдо этого нету, поэтому проще было, но удушение было. А скажите, мы имели преимущество в советское время, то, что наши самбисты, именно самбисты, приходили в дзюдо, или проще было воспитать сразу чистого дзюдоиста? Нет, но тогда первый раз боролись в Токио, в 64-м году, значит, наши цели, четыре человека цели третьими, чистые самбисты, Боголюбов, еще там, и вот, я почему я вспоминаю, частенько мы с ним встречаемся, с Ароном, вот, сейчас, правда, в Германии живет, редко приезжает в страну, вот. Конечно, тогда боролись самбисты. Был фильм, несколько раз показывали старые, как они боролись. Конечно, великолепную технику освоили. Вот. И Николай Федорович начал тренировать дзюдоистов. Дзюдо – это не только борьба, а еще и философия, говорил его основатель Дзигоро Кано.
Дзюдо – это путь к наиболее эффективному способу использования духа и тела. Сущность дзюдо заключается в постижении искусства нападать и обороняться через упорные тренировки, закаляя тело и воспитывая волю. Следуя этим правилам, Николай Петров смог добиться высоких результатов в тренерской работе. Наш воспитанник самарский Давид Родман боролся в Японии, и, значит, где его там признали это, король проведения болевых приемов. Вот они его признали, понимаете, и лучше всех. Я вот, это мое личное мнение, вот, что мы, самарские, именно самарские борцы, ввели проведение болевых приемов в России и в Союзе. Среди знаменитых учеников Николая Петрова был Хабиль Бекташев, который первым из самарских дзюдоистов проложил дорогу к мировому признанию. Начинал он как самбист и стал призером спартакиады молодежи СССР. В 1979 году он впервые попробовал себя в дзюдо и выиграл турнир на призы Спорткомитета Советского Союза. Затем были победы на чемпионате СССР, Играх доброй воли, Дружбе 84, чемпионате Европы. Он должен был в 80-м году еще бороться на Олимпиаде в Москве, да, но тогда его из-за малого опыта его не поставили. Тогда поставили Женьку Тюрина и еще одного парня, вот. А в 84-м году мы не поехали. Вот. Если мы поехали в Америку, там, я не говорю, что я был за тайм, но медаль 100% была. Так даже боролись и в тяжелом весе, и в абсолют. В этом отношении голова у Хабиля Хабибовича работала лучше, чем у всех остальных. Он очень, очень такой практичный мужик. Поэтому, вот. А тогда, в те времена, с кем он боролся, они просто были тактически грамотнее его. Не сильнее, а тактически грамотнее, они его вот переигрывали. И все-таки мечта об олимпийском чемпионе со временем воплотилась в жизнь. Ученик Николая Петрова, работавший с новичками, передал ему перспективного мальчишку, который в итоге дорос до олимпийского чемпиона. Путь Тагира Хайбулаева в дзюдо был непростым. Сначала он занялся самбо, затем ушел в классическую борьбу и вновь вернулся уже с желанием постичь науку японского боевого искусства. Вы понимаете, вот он как бы еще с пацаном, когда боролся, да, видно было, что-то в нем что-то есть. Понимаете, вот осталось вот это дело. И когда он тренировался по пацанам, там, значит, его частенько ставили среди старших возраста. Вот. И, значит, он там выигрывал все, это выиграл, и это выигрывал, да. И рано или поздно он, значит, пошли травмы, понимаете. Я не знаю, почему пока. Очень много. Вот. Техника у него как бы была уже, подножка была, спина была, бросок через спину. Вот. Вроде с техникой было все, надо. Нужно было как-то, чтобы чем у него было преимущество среди всех, чем-то отличался он в своей весе. Ну, упор сделали на силу. И он достиг, конечно, высокий результат в силе. Он ушел уже в сборную команду, пришел 190 жал, это очень много для 90 килограмм. И когда там в сборной команде проводили тесты, у него результат по силовой подготовке был лучше всех среди тяжеловесов даже в России. Понимаете? Поэтому вот, очень сильно был. Мы тогда же и боролись. Мне нужно было обязательно, чтобы он это... набрался опыта борьбы. Мы и в сумо его, и в вольную борьбу, везде его и боролся. Я Хабилю говорю: Хабиль, приди, пожалуйста, побороться надо. Я имела удовольствие работать с Николаем Федоровичем с 95 года, поэтому знаю его достаточно давно. Это был момент его уже установившегося заслуженного тренера Российской Федерации, человека, который на тот момент тренировал подающего надежды Тагира Хайбулаева. Поэтому вот этот выход, да, Тагира на татами на Олимпийских играх, его победа, наверное, окончательный последний этап, да, уже, когда человека однозначно можно назвать легендой. Вместе с тем, вот вся его жизнь, да, тренерская карьера к 80 годам, которая еще продолжается на сегодняшний момент, это и есть легенда дзюдо. Это человек, который одним из первых в Самарской области, тогда Куйбышевской области, в спортивном обществе «Динамо» начал развивать этот вид спорта.
Он воспитал огромное количество спортсменов, которые одними из первых стали чемпионами России, чемпионами Советского Союза, призерами различных ведомств. Тогда у нас это было очень распространено. Это человек, который по сегодняшний день передает собственный опыт молодым тренерам и продолжает тренировать спортсменов и даже выезжать на официальные спортивные мероприятия вместе с ними. Я думаю, что вот на таких людях, как Николай Федорович Петров, и держится наше самарское дзюдо. Ему отдается должное в Российской Федерации на международной арене однозначно. Петров – это легенда самарского дзюдо. Как считает Николай Петров, тренер только помогает спортсмену найти короткий путь к победе. А все остальное – это желание самого атлета и поддержка семьи. Не менее важным для развития спорта является и внимание властей. После знаменательной встречи с губернатором в аэропорту Курумыч олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева Николай Федорович попросил главу региона уделить особое внимание поддержке молодых борцов, которые только стучатся в двери сборной. И сейчас многие из них получают стипендии и гранты Министерства спорта. После победы Хайбулаева произошел всплеск интереса к дзюдо в Самарской области, и родители стали приводить детей в секции. С избранием Ивана Матынги президентом Федерации дзюдо Приволжского федерального округа этот вид борьбы получил новый виток в развитии. Ну, конечно, когда пришел Иван Анатольевич, конечно, соревнования стали проводиться очень здорово. Во-первых, зал большой для зрителей, для спортсменов. Сама постановка зала, организация, само мероприятие, отношение к спортсменам, к тренерам, конечно, стало гораздо интереснее, гораздо лучше. Поэтому стали уже привлекаться не только тренер, который непосредственно занимающийся на этих соревнованиях, но и другие стали интересоваться, приходить. Вот. Поэтому, конечно, интерес возрос. На тренере, как и на любом педагоге, лежит колоссальная ответственность за судьбу воспитанников. Необходимо не только научить их приемам борьбы, но и заложить базу для дальнейшего развития их техники, силы и выносливости. Найти индивидуальные особенности спортсмена, сделать их преимуществами. Поэтому тренер, как считает Николай Петров, должен прежде всего постоянно учиться и ежедневно вести записи занятий. Он очень хороший психолог, он очень хорошо видит людей, видит спортсменов, он очень хорошо понимает, вот, где что нужно подсказать человеку. Вот я связываюсь с тем, что вот он такой вот видит людей, хороший психолог. И у него есть еще одна такая особенность, вот сколько я уже потом смотрела, он очень любит свое дело, он живет этим. Мы писали, понимаете, рано или поздно, год пишешь, два пишешь, три пишешь, что-то у тебя в голове остается, понимаете. Ты набираешься опыта, как тренер, набираешься опыта, вот. И ты начинаешь уже соображать, а вот здесь, а вот это не так, вот тут я не дописал. Я говорю, вот, ребят, еженедельник или книжка, вот, неделю, понедельник, среда, четверг, вся работа за неделю. Ага, глянул, вот это сделал, вот это на плечи, сделал хорошо, а на ноги мало. Я говорю, все, это немного, 3 минуты, всего-навсего, анализ. Я говорю, если вы не сделаете анализ, день закончился, начинай анализировать. Как ты провел время, кому сказал плохо, кому хорошо, как ты повел себя, как ты провел время. Если анализа нет, движения вперед нет. Я еще, когда был помоложе немножко, я еще сам был спортсменом, а Николай Федорович уже работал тренером. Вот, и работал тренером уже на очень высоком уровне, то есть у него были уже призеры первенства страны и участники, и чемпион мира Круглов, Юрий Круглов был первый тогда чемпион мира, и Алексей Шор. Вот тогда мне было 20, я тренировался у него, и еще не знал, что буду работать тренером, но уже вот в те годы я был восхищен Николаем Федоровичем, то есть он... Какой бы это ни был день, да, он на тренировке, выходное, воскресенье. То есть он нас, он все время нас гонял, держал в тонусе. Вроде мы взрослые мужики уже, а слово Николая Федоровича – это было закон. В нашем регионе, не только в нашем, но и в России, а раньше еще и в Союзе, он был лидером среди тренеров по дзюдо. Ну, то, что он воспитал уже много, и чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр. Да, и молодые тренера сейчас равняются по нему и стараются его метод тоже применять.
Сегодня Николай Петров продолжает работать в структуре общества «Динамо», где собрался настоящий творческий союз тренеров. Многие из них – бывшие ученики Николая Федоровича. Работая сообща, просеивая сотни спортсменов, они находят самородков, шлифуют их и выводят в чемпионы. Пройдя более чем полувековой успешный путь тренерской работы, Николай Петров мог бы почивать на лаврах, но он по-прежнему полон сил и продолжает мечтать. Вот есть песенка, есть одна у летчика мечта – высота и высота. Я всю жизнь мечтаю о конкуренции. Всю жизнь. Конечно, это, я бы сказал, человек-легенда, который в свои годы еще до сих пор выходит, и, как он говорит, я еще переднюю подножку показать могу. Конечно, это человек-глыба, подготовивший олимпийского чемпиона, подготовивших много, плеяду, там, талантливейших спортсменов. Дай Бог ему долгих лет, и чтобы он еще нас радовал своим присутствием и на соревнованиях, и на тренировках. С ним приятно общаться, хороший собеседник, но только положительные эмоции вызывает Николай Федорович. Как говорил Дзигоро Кано, учение одного добродетельного человека способно повлиять на многих. То, что было хорошо усвоено одним поколением, будет передано сотням поколений. Постигаем путь, хоть гибкий, но тяжелый, как будто нажимаем на спусковой крючок. Мы вкладываем душу, чтоб провести коронный, как пуля на излете после выстрела бросок. Терпение и труд, нелегкая работа, и вот хоть выжимай от пота кимоно. Орел России — птица высокого полета, а значит, будет жить российское дзюдо. Спасибо, тренер, вам за то, что научили и учите нелегкой науке побеждать. За то, что в мастера дзюдо нас выводили. Мы падали, но все же научились вставать. Терпение и труд, нелегкая работа, и вот хоть выжимай от пота кимоно. Орел России — птица высокого полета, а значит, будет жить российское дзюдо.